Библиотечная система Нефтекамска уже давно вышла из привычного многим формата книгохранилища. Здесь регулярно проводятся различные культурно-массовые и просветительские мероприятия. Ушедший год не стал исключением. Активно велась проектная работа. Из крупных проектов, которые начали свою работу в 2017 году, можно выделить экологический проект по экологическому воспитанию, библиолекторий «Познай, дорожи, сохрани». Нацелен он был на формирование экологической культуры у детей и на привитие интереса к изучению родного края. Основная цель всех мероприятий – в первую очередь популяризация чтения и поднятие престижа библиотек. Новый руководитель, который в этой системе работает почти 5 лет, обещает, что Новый год будет не менее ярким и интересным. Мы продолжим работу по пропаганде чтения и книги, нашу основную работу. Ну и планируем вести работу в рамках объявленного в Республике Башкортостан года семьи и в рамках объявленного в Российской Федерации года волонтера. Работу я знаю, сотрудников я знаю, думаю, что творческих идей будет много и работа будет также продуктивно идти в дальнейшем. Уже обсуждаются новые планы и идеи их реализации. Но в первую очередь новый руководитель хочет провести работу по обновлению материально-технической базы, что, безусловно, положительно отразится на работе в целом. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».